общем, блин, я забыл сказать вводные слова, когда мы начинали путь. Вот. Но мы выехали с вами и проехали уже практически до конца Московской области. Ехали по МКАДу со стороны Химок по МКАДу. Далее мы выехали на шоссе энтузиастов. И вот такая вот дорога, четырехполоска, две полосы в одну, две полосы в другую. Местами, конечно, там не выбоины, а такие, наоборот, возвышенности были. Вот, но там ремонты проходят. Вот. И в целом дорога нормальная. Дорога даже хорошая, я бы сказал. По М7. Честно говоря, я не знаю, получится ли у меня полностью обозреть дорогу, как я еду. Я хотел таймлапс сделать. Потому что этот, как он называется, регистратор, который я купил, он походу удаляет сразу же видео. Блин, это херово, конечно, я что-то не подумал об этом. Я буду так говорить, что, где, как и почему я вижу. И сразу же хочу сказать про эту дорогу по Московской области, которая идет, начиная от МКАДа, шоссе энтузиастов, и далее в сторону Владимира. Она идет четырехполосная, местами даже шестиполосная, три в одну, три в другую полосу. Качество дороги я бы поставил, ну, 5 с минусом. Ну, четверка твердая точно была. Местами, как я говорил, есть вот такие вот волны, вот скажем так. Но там постоянно идут ремонты. Далее, еще один важный момент, который нужно упомянуть, так это то, что она четырехполоска идет туда-обратно. И скорость в основном разрешенная 90 км в час. Вот. Но если вы здесь поедете, не забывайте смотреть на знаки, а лучше вообще включите Яндекс.Навигатор, который будет предупреждать, где 90 км, ну, переходит, где допустимая скорость езды меняется с 90 км в час на 60. Потому что часто на этой дороге будут встречаться населенные пункты. Короче, въезжаем мы на территорию Владимирской области, ну, где-то вот недалеко уже едем от границы, потому что Теле2 уже нам прислал смс-ку, добро пожаловать во Владимирскую область. Так вот, еще супер важное, блин, сообщение для тех, кто ездит этой дорогой. Нахрен Москву объезжайте стороной. Ну и нафиг, блин, на этом МКАДе 5 полос в одну сторону, 5 полос в другую, в сумме 10. И они, бляха-муха, все стоят. Представляете, вы в пробках. Вам нужно будет брать с собой, я не знаю, бутылочку, чтобы пописить в нее, если захотите пописить. И дополнительный бензин, потому что там выжгите больше, чем за всю дорогу от Москвы до Перми. Как меня, блин, колбасит от этих гребаных пробок, которые там были. Всем хорошего дня. Ну вот, смотрите, вот мы в населенном пункте. Собственно, дорога точно такая же, четырехполоска, но здесь уже разрешено ехать 60 км в час. Помимо этого, здесь камер натыкано. Елки зеленые, я так подозреваю. Вот такие вот говорил места на дороге, хреновые которые. Вот эти вот неровности. Они тут практически везде. Вот, поэтому касаемо качества дороги, в этом плане тоже будьте аккуратны. И касаемо камер еще. Скорее всего, здесь высчитывают среднюю скорость. Я, честно говоря, не могу сказать, так оно или не так. Но что-то у меня большое подозрение, что около Москвы и Золотого кольца России по всем трассам раскиданы эти, как они называются,
но такие камеры, которые высчитывают среднюю скорость. Поэтому от греха подальше. Я еду спокойненько на правой полосе, никого не перегоняю. И надеюсь, что никаких писем счастья мне с этой дороги не придет. Очень надеюсь. Смотрите, какой закат красивый сзади нас. И такой грозовой фронт идет. Вон техосмотр, какая-то машина старая стояла еще. Ну вот, ехали-ехали мы с вами по трассе 77 в сторону Владимира. И 72 километра у нас, пишет навигатор, осталось до Владимира. И елки-палки, вот мы в пробке. Здесь какую-то развязку крутую делают. Пробку пишет на полчаса 4 километра. Будем стоять, ждать, куда деваться. Вон, видите, бэха едет. Синяя такая, классная. Такой же себе хочу. Ну вот, проехали мы наконец-то эту пробку, простояли в ней минут 40, наверное. И сейчас перед нами отремонтированная, хорошая, прям ровная, четкая дорога во Владимирской области. До Владимира осталось примерно 50 километров. Едем. Ну вот, смотрите, мы подъезжаем к городу Владимир по трассе М7 со стороны Москвы. И с 50-го километра, ну то есть 50 километров остается примерно, вот, до Владимира. И уже мы видим освещение дороги. Идет четырехполосная дорога, две в одну сторону, две в другую. Качество отменное, прям пятерка твердая, может даже местами пятерка с плюсом. Вот. И освещение самое главное. То, блин, я ехал, слепил, нихера не понял, нифига не видел. Не знаю, как ехал, но ехал. Вот, а здесь все отлично. Ну что, вот мы и во Владимире приехали. Стал сейчас переночевать. То что-то уже как-то подустал. Расход от Москвы до сюда показывает 7 литров. Пойдет, неплохо. Thank you.
вот уже подъехали мы к Гороховцу, уже в нем, поэтому скидываем скорость до 75 хотя бы. Вот. И у нас тут такое видо красивое открывается. Если бы не фуры впереди, то мы бы насладились бы ее. Как будто с небольшой горы смотрим. Но там, я не знаю, вон там вот впереди видно. Вот там вот. Вот между фурами. Прикольно. Мне такие перепады нравятся. Когда идут, вон, какая красота. Прям замечательно. Вот смотрите. Сейчас мы заезжаем, вот проехали Гороховец и находимся в Мячково. Мячково, я так понимаю, уже Новгородская область. Вот, ну или что-то на границе прям. И вот здесь вот прям в самом населенном пункте тоже какие-то ремонтные работы идут. Проезжаем чуть-чуть дальше, ограничение скорости 50 км в час, временный знак стоит. И сужение полосы в одну полосу. Вон вертушка, кстати, летит. Вертолет. Ну, мы едем аккуратненько пока. Едем. Дорога здесь хорошего качества. Но я так понимаю, что здесь уже заканчиваются дороги и просто уже убирают эти ограничения. Вот, и здесь будет 6 полос, 3 полосы в одну сторону. Вот дальше все равно ограничения идут, но уже все движение открыто. Пока я не могу сказать. Скорее всего, мы сейчас едем в такой момент, когда вот как раз ограничения и убирают. Ладно, едем дальше, смотрим, что будет. Всякие придурки то вправо, то влево подрезают, перелетают и
к сожалению, чуть не устроили, блин, ДТП. Потому что там белая четырка, привет тебе, если ты это смотришь. Молодец, блин, нельзя так делать. Вот, поэтому мы не снимали никакие видео. Сейчас, слава богу, дорога улучшилась. Ну вот, смотрите, вот это мы Лысково проехали уже. По-моему, километров 10-15 от него, может быть, даже чуть больше. И вот снова пошла двухполосная дорога. Поэтому вердикт такой по ней. В Нижегородской области, по крайней мере, в принципе, дорога нормальная. В принципе, ставлю 4 с минусом. От Владимира до Новгорода хорошая дорога. Далее по объездной. Объездная мне не понравилась. Там автомагистраль 110, но там 110 явно нельзя ехать, там где-то километров 85-90 можно на ней ехать, потому что там такие выбоины встречаются по пути, и худо было бы, если на 120 залететь туда. Далее нас навигатор повел, ну, по стрёмной какой-то дороге, и я уверен, что есть какая-то лучше там дорога, но там тоже 90 точно нельзя ехать. Порядка 30, она вся раздолбанная и убогая. Далее с выездом на М7, там в некоторых моментах, в некоторых местах идут ремонты. После ремонтов, ну, вот такая вот дорога идет в основном. Ну и вот, потом снова четырехполоска и снова двухполоска. Ну, посмотрим, как дальше будет. До следующего раза. Ну вот, друзья, заехали мы в Чувашскую республику, и у нас дорога с двухполосной перешла в четырехполосную. Добро пожаловать в республику Чувашия. Сейчас мы едем по мосту реки Суры. Справа от нас делают второй мост. Друзья, выехали мы из Казани, вот, по своей старой памяти, да и в принципе моя старая память подтверждается. Дороги здесь как были четкие, так четкими и остались. Вот, такая дорога будет на протяжении поворота в сторону Удмуртии. Четырехполоска, две в одну сторону, две в другую. Еще забыл сказать, вчера, подъезжая к Казани, там очень много ремонтов. Вот, мы уже подъезжали ночью, и там нечего было снимать, там ничего было бы не... Было бы ничего не видно, вот так вот скажем. Вот, поэтому там будьте аккуратны, ночью лучше там не ездить. На этом все. Вот, друзья, едем с вами по территории Удмуртии. Вот, после поворота на Удмуртию... Татарстана. Дорога вот такая вот она и была. Единственное, только тормозили 60-40 километров в час. Вот. А в целом дорога хорошего качества. В Удмуртии, да, в принципе, тоже хорошего качества. Там она, ну, я не скажу, что она раздолбанная. Вот. Я скажу, что она просто в заплатках. Вот. И, но в большинстве своем, в принципе, нормальная дорога. Ехать можно, не переживая там за подвеску сильно. Про татарию вопросов вообще нету. Обратно, точнее, когда ехали после Казани, дорога четырехполосная, классная. И качество хорошее. И вообще по всей территории Татарстана хорошая дорога. Я это и так знал, но просто повторяю. Смотрите, какая красотища. Это мы выехали с Воткинска. А там еще на Воткинске, у Воткинска был момент такой, прям перед въездом со стороны Москвы, Воткинский район. Это где заправка, то ли Татнефть, то ли Башнефть, я как приеду посмотрю. Там едьте со стороны Москвы по левой стороне, левой. Ни в коем случае направо не заезжайте. Там
правая сторона, она вообще, ее не видно, и она уходит, точнее, правая полоса, ее не видно, и она уходит вообще в никуда. Там столько ям на этой второй полосе, поэтому едьте строго по левой. Груженные, не груженные, пофигу, по левой. Как-то так. Ну вот смотрите, от Воткинска и в сторону границы с Пермским краем дорога становится заметно лучше. Она двухполосная идет, но качество ее становится гораздо лучше, гораздо ровнее. Ну что, дамы и господа, добро пожаловать в Пермский край. Вот она у нас, Стелла. Домой. Все. Подъезжаем мы к Пермскому краю. К городу Перми. Вот. Здесь у нас ремонтные работы идут. Это недалеко от Большой Сосновой. Здесь, насколько мне известно, скоро должен быть реверс. Так, вот здесь мы должны пропустить. И дальше едем направо. Так, ну, эту развязку почти сделали. Практически сделали, там чуть-чуть осталось. Вот, вот и все. Смотрите, ребята, здесь вот у нас тоже недалеко от Большой Сосновой, в сторону Перми, стоит реверс. Вот, как я и предполагал, его еще не убрали. Ладно, едем дальше. Так, мы с вами проехали кольцо Нытвинское. Ну, с отворотом там на Нытву. Вот, со стороны Москвы. Одну сторону уже сделали, открыли, закатывают сейчас вторую. Движение тут чуть-чуть изменилось, чем было, скажем, неделю назад. Вот. Но едем уже с вами по новому асфальту. Старый, вот, смотрите, ремонтируют. Сняли и сейчас кладут новый слой. Это, по-моему, 429-й километр. Ну вот. И все.